Всем привет, ребята, с вами Слава Жираф. Сегодня мы поиграем в DOS, и со мной будет играть мой друг. Ну что ж, мы вошли в лифт, вдвоем играем только. Вот он. Здесь вот. Так, ничего не покупаем. Вот он, вот его скин. Так. Ну что, уже нажать. Слышь, какой хитрый. Никитос. Вообще хитрый какой. Хитрый. Все, он говорит, что все купил, что можно было купить. Да и он все купил зачем? Ну зачем? Здесь же так много монеток. Чем тебе так много? О, тумбочка. Ничего нет. Так, тут что, ничего нет. Давай, я жду тебя. Идем. Я надеюсь, мы хотя бы дойдем до Сика. Потому что у меня мой друг, он вообще фейлит на Сике и не может. Он на телефоне, а вот я на компьютере. У него как-то так выходит. Ну, у меня вот на компьютере сложнее, конечно. Но я уже привыкаю. Все нормально. Так что не боимся, пожалуйста. Что он же там нашел что-то? А зачем? У него там и так что-то нашел. Ну давай облазим тогда все тумбочки. Прячься! Что ты сделал? Ты не зафейлил, да? Кстати, Раш теперь он орёт прям. А, вот туда? Я не понял. А, вот сюда. Угу. Вот сюда идем. Вот сюда. Идем. Почему только он все наищет? Так. Где дверь на окна? Почему он так хорошо находит. И мои монетки забрал. Хитрый. Хитрый Никитос. Ну, тогда двигаемся. Да почему ты так? Ты где? Где он? Чё? Ты там застрял. А, вот. Короче, мой друг вышел, сейчас я попробую с ним опять связаться.